А можно ли называть незнакомому человеку свой адрес или адрес своих родных? Нет! Уроки ОБЖ – основ безопасности жизнедеятельности, неизменная составляющая школьного расписания. Актеры Московского музыкально-драматического театра «Антреприза» взялись за нелегкую задачу – рассказать дошколятам, как вести себя в сложных и экстремальных ситуациях. Сейчас у нас времена очень непростые. К сожалению, все мы знаем, что существуют и злодеи, и террористы, и киднеппинг, и всяческие террористические организации, которые угрожают нам всем. Да? И, собственно говоря, этот спектакль был создан 2 года назад по заказу многих-многих педагогов. Мы работаем весьма как бы по обширной территории. Детские сады, школы, детские клубы, ДК. Главный злодей – пират, который разными способами старается навредить Красной Шапочке, а той, в свою очередь, своими советами помогает бабушка и другие взрослые. Зрители также активно участвуют в представлении. Это очень подозрительная коробочка. Из нее торчат проводочки, внутри что-то тикает, а ребята говорят, там может быть бомба. С помощью разных сюжетов детям рассказывается, как вести себя с незнакомыми людьми или что делать, если нашел на улице подозрительный предмет. Позже родители высоко оценили качество спектакля. В игровой форме подали нужные сведения детям. Очень актуально. Так находчиво и интересно посмотреть такой спектакль. И детям было понятно самое главное, потому что действительно опасно выйти одному. Важно знать детям, что нужно делать в нестандартной ситуации. В ситуации, которая угрожает жизни детей, ну, взрослых. Повторение – мать учения, а потому весь спектакль актеры вместе с детьми повторяли правила поведения в той или иной ситуации и заучивали телефоны экстренных служб. 1, 1, 2. Весь репертуар театра «Антреприза» ориентирован на детскую аудиторию. Многие программы прошли экспертизу в лаборатории педагогики Московского института образования и рекомендованы Департаментом образования Москвы для использования в учебных учреждениях. Мы хотели как-то и доступно такие, как бы в таких детских формах, доступных, хороших, понятных, донести до детей вот эту сложную тему. Причем, чтобы не напугать, не заставить, так сказать, бояться, вызвать отторжение, не дай бог, у ребенка. А чтобы они поняли, приняли и, не испугавшись, конечно, спаси, сохрани, но, не дай бог, могли бы воспользоваться вот этой информацией. Насколько у актеров получился контакт с аудиторией и какие уроки вынесли ребята из этого представления, мы решили проверить сразу после его окончания. Скажи, можно ли подходить к незнакомым людям на улице? Нет. А телефон службы спасения помнишь? 1, 2, 1, 1, 2. Телефон службы спасения помнишь? Да. 1, 1, 2. А полиции? 1, 0, 3. 1, 0, 2. Театр «Антреприза» является постоянным гостем в горках ленинских и неизменно получает только положительные отзывы зрителей. Максим Козлов, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ.